Илья Эренбург. Пора постижения. Мне с детства усвоить пришлось поговорку: тому тяжело, кто все помнит вовек. И правда, взбираться, все помня, по взгорку не стоит пытаться, сгорит человек. Товарищи гибли, за что, отчего же, простить не сумели, забыть не смогли. Со временем все же и я не моложе, и слабо их помню. Дышали, ушли. У времени в домнах литые колеса. Под них попадешь, не останешься цел. Прижмут и раздавят, как мошку, без спроса. Лубянка, суд тройки, тюрьма и расстрел. И что в назидание оставим потомкам? Баранью науку о бленье стад, расписки о займах с железным осколком, коллекции грамот, дипломов, наград. Увольте! Такого бессмертия не надо, когда лотерейный решает билет, пройдутся колеса по мне или рядом, насколько кровавым окажется след. И я, по заслугам, ценя поговорку о тех подневольных, кому тяжело, из кресел портера ступал на галерку, чтоб мне в лотерее вернее везло. Да здравствует Янус! Двулик без двуличья. Он видит и знает, что было вчера, и завтра что будет, что смог бы постичь я, когда постиженья настанет пора.